Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Кузькины истории. Сегодняшняя история о том, как Кузенька у нас очень любит развлекаться. В частности, ну куда ты отворачиваешься? Покажись, какой ты у нас красавец. В частности, очень любит грызть шкафчики и лезть внутрь и смотреть, что же там внутри находится. Ну это же так интересно! Вот посмотрите, какие мы любопытные. Потягушечки. Молодец. Кузя! Одеться хочешь? Что ты делаешь? Кузя, что ты там лезешь, поросенок такой? Куда ты лезешь? Я тебя пошиплю сейчас. Куда ты лезешь, а? Поросятина такая. Кузя! Что тебе там в шкафу нужно? Что тебе в шкафу нужно? Кузя! Да что это такое, грызун такой? Что же это такое? Куда ты лезешь? Это что такое? Грызет он там. Поросенок такой. Что тебе там нужно? Кузя. Кузенька. Кузечка. Хулиган Хулиганыч, что ты там делаешь? Кузя! Что ты грызешь там, поросятина такая? Я вот тебе сейчас пойду навстречу. Я тебе сейчас навстречу пойду. Дипломатия. Что ты там лезешь, поросятина такая? Ну-ка, брысь оттуда. Ишь ты! Нашелся тут. В шкафы лазить. Что тебе в шкафу нужно было там? Что тебе в шкафу нужно, поросенок маленький? М? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой хулиган у нас? Что? Что? Какой хулиган у нас? Ай-яй-яй-яй-яй. Хулиган такой.